Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6. Партия на восьмерых, континенты, монополии корпорации, случайные технологии и варварские кланы. Подробности традиционно в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на эту серию, переходите к первой, ссылка на плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кроме того, спонсоры канала в этом самом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра. Приплейсмент это, наверное, про районы имеется в виду, что ты их сначала ставишь. Может. Галеру тут, я не, ну, без карточки даже. Не, ладно, строителя. Так, гильдии откладываем. Ну, храм Махабодхи для укрепления религии, понятно. Что дальше? Вот, теперь два универа через два хода будут ускорены. Отлично. Божественное право ускорено. Это у нас теократия. Так, ну мне точно нужна уже правительственная площадь. Надо как-то начинать и строителей, наверное, купить. Следующим ходом, наверное, надо будет строителя купить. Так, а тут случайно... Ну, видимо, все-таки мои. Даже если он обратится... Я правильно понимаю, что... Вот если я храм Махабодхи построю даже в городе не с моей религией, то я все равно получу апостола в своей религии. Да. Иначе было бы странно. Ну, в пятерке, например, можно было чужой получить. Так, а где... Что я тут хотел... Савон, есть священочку теперь. Вот сюда, да? Нет, соседство. Или сюда. Вот сюда давайте лучше священочку. Так, а промышленная. А, тут один можно. Не, давайте, наверное, сюда промышленную, а сюда священку. Тогда они одинаково. Пускай соседствуют. Сначала священку, конечно. Потому что она тоже производство дает. И больше мне даст производство, чем промышленная зона вообще-то. Так, этот у нас сюда идет. Этот, значит, у нас отправляется... Ну, наверное, не сюда, вот сюда я поставлю. И точно еще одного надо сделать будет. Эти, наверное, фермы. Надеюсь, 6 ферм. У меня пока только 2 сделаны. Нет, 3. 3 фермы. Думаю, тут священку делать или... Или правительственную площадь. Тут, видите, нету на плюс 4. Я бы, наверное, правительственную площадь в Кванджу делал.
Мне надо куча рабочих и обрабатывать все вокруг савонов. Да нету войны еще. Или я опять вызову? Нет, с варварами бою. А, с варварами? Немет. Да. Я тебе метку поставлю, тебе нужно, если можешь... Ну, видите, у Рима очень хорошо все с самого начала, а поэтому нам надо деда поддерживать. Я не думаю, что нам надо пилить деда. Нам надо стены, тормозить стены, Рим. Я их давно ничего не... Так, книга печатания открыли. Что дальше? А, это тупиковая вообще была. А надо ли нам было ее открывать? Вот в чем вопрос. Немец, а можешь сделку принять? Посмотри. Сейчас, секунду. Два рынка. Давайте монархию пока. Два храма я уже сделал. Ватикан. Угу. Так, я уже, кстати, плавать могу. Давайте вот сюда поплывем. Ну, эта игра обманывает, мы там проплыть не сможем, конечно же. Так, я хотел тут рабочего купить. Так, и копим еще на одного поселенца, и все. Так, амбар, я думаю. Так, реально, давайте проверим, сколько у нас ферм. Раз, два, три, четыре. Еще две фермы надо. Для ускорения феодализма. Ну, тут, например, вырублю и потом рис обработаю. И... Ну, вот этим можно, например, селитру и тоже ферму обработать. Просто карточка на плюс 2 действия. Мне вот сейчас нужно чисто рабочих. Еще одного поселенца и клепать рабочих, чтобы все вот обработать вокруг савонов. Все вырубить вокруг савонов и обработать. Вырубать и обрабатывать. И там будет написано сверху. Так. Ну, открываешь с ним диалог, доводишь на дружбу, претензий нет. Блин, а что-то у меня мало денежков. Давайте, может, все-таки с центра коммерции тут начнем. Вот он ГГ. Сейчас. Уже сразу ГГ? Ну да. Фрегат. Все, он во фрегаты тупо пошел. Ну да. Слушай, я так и не понял, где посмотреть, честно говоря. Ну нажимаешь на него, там где ты там можешь кинуть сделку. У тебя написано «Наши отношения». Там написано «Дружба» или что-то, наводишь на нее, и там у тебя появляется, сколько еще дружба. А, понял, 4 хода. Ага, прикинь. Я не знал, что так можно сказать, я думал, только через войну. О. Англия, ну, хреново, конечно. Привет. А что ты не можешь какой-нибудь ресурсик найти по торгу? Сейчас, Или давай вот так, смотри, давай вот так, я тебе скинул предложение. Англия? Я чуть-чуть за... А, окей. Блин, что-то не успел. Нигде ничего. Так, торговец. Глянь сделка, пожалуйста. Набился. Да, это быстро. Все, Амстердам пал. Да? Ну, может, там ты что-то еще повоюешь, чтобы не компьютер. Я бы повоевал, если бы селитра была.
Ну, я тебе дам. Уже поздно. Я их не строил корабли, потому что тащили трюмы. То есть я вышел в свои эти духи? Семь провинций. Да. Ну, построить их не могу. Строить не могу их, к сожалению. Ну все, ГГ. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Пока-пока. Спасибо за игру, всего доброго. Пока-пока. Ну что, походу мне надо это забирать. Кардифф и Тилбург. Что ж, Алексей. Что? На континенте мы остаемся с опасным человеком? Да. А говорили про наш континент гадость. Да, тут Рим ван гудморнинг какой-то вообще. Блин, что-то я не успеваю нигде ничего выбрать. Ну, сейчас поставим карточку на плюс 2 действия к рабочим. Ой, блин, у нас уже новая эпоха начинается. Ё-пинку. Да, 10 ходов. Мне надо набить еще на одного поселенца веру. И, в принципе, я не против новой эпохи. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Англия, сделка. Так, что тут 60, что тут 60 будет, да? Наверное, в Канжу надо будет строить. Надо как-то, конечно, контролировать. Опять вероятность прибытия армии Рима. Так, монумент. Наверное, пока рабочих делаем. Клеопатра, сделка. Панжу мало производства, и поэтому не могу правительственную площадь быстро сделать. Какого-то ученого получил. У меня тоже вроде неплохой. Так, я загрузился. Монумент, водяная мельница. Наверное, продолжу по
строителей пока делать. Наверное, возьму монархию. Просто карточек больше могу поставить. Так, тут первый посол, я сейчас научную ГГшку встречу. А Клеопатра, ты вернулся? Да, я тут. Или встретил уже даже. Ну вот что-то в торговле у тебя показывает один, а так в ресурсах два этих. Сейчас посмотрим. Но я один просто отдавал. Все, понял, понял. Ух ты! Не, надо... Мне надо тут стоять, наверное. Наверное, лес пока не вырубаем. Так, стремя, гильдии, фрегаты. Ну вот, наверное, в порох пойдем. А, давайте уже, наверное, драму и поэзию. Сразу уберем первый посол. В Лахор не хочу. Может, в Ватикан отправить, кстати, еще. У нас же храмы есть, давайте. Тем более перестанет религия англичанина влиять. Алкоголизм 8, ислам 10, чил 5 и даосизм 10. Нормально у меня. Распространяется. Так, сколько нам там надо для покупки посела? 245. Следующим ходом купим. Ну, вот ты сейчас заберешь. А никто, кстати, не в курсе, работает с этим, с универом арабским специальным, так же, как с взаимодействием типа гаваней и уникальных гаваней. Типа, что если вы захватите город с универом, он не разрушится, этот универ, или че? Не, не тоже. Типа, если, например, ты, не знаю, на любой нации захватываешь какую-нибудь условную Англию, которой королевские гавани, то гавани разрушаются. Да. Нет, у араба просто... Нет, все здания просто превращаются в обычные. А районы разрушаются уникальные. Или не, подожди. Я вот не знаю. Нет, районы тоже превращаются в обычные, чего они разрушаются? Улучшения только разрушаются. Ты, блин, сбентежил меня. А что, нет желания там гидрала забрать у того, у кого есть очки? Блин, как вы так разговариваете? Вы понимаете, что они говорят? Я не понимаю, что ты говоришь. Я тоже не понимаю. Он предложил генерала забрать. Так, библиотеку. Не знаю, что в столице, ну, наверное, продолжаем тогда пока рабочих делать. У
Блин, или здесь лучше правительственную. 7 ходов. Тут камешек вырубим. Давайте в этом городе правительственную, ладно. Я решил. Потому что я тут сейчас камень могу вырубить на него. О, 3 хода. Зашибись. Так, укрепляем религию. Так, из здания, наверное, гурдвару возьму. А из последнего верования... Дальше распространяя. Крестовый поход не хочу. Дешевле... Дайте, наверное, просто дальше распространяется. Вот и все. Просто за счет этого она сильнее будет распространяться. Но мы все равно в темный век должны вы упасть, я думаю. Драма и поэзия открыли. Это я сменяю первый посол. Давайте проверим, что никуда я тут больше не отправлю. У меня вообще послов нету, да. Давайте 2 влияния. Это все пока оставляем. Так, амбар. А салон где? Строить вот здесь. Так я, наверное, давайте и поставлю. Тут как раз соседство удвоится. Кайф. Так, последнего... Покупаем последнего поселенца. Промышленная зона. Что-то как-то не влияет ни на... Ничто на нее не влияет. Ладно, давайте, наверное... Давайте, наверное, рабочего тогда продолжу. Мне просто надо быстрее теократию принимать и быстрее строить, ну... Эту, потому что я боюсь, что Рим может на меня пойти тут дальше. С такой армией. Ну, конечно, основная армия у него, наверное, фрегаты, а у меня на море ничего. Ну, один город, к которому он проплыть не может даже. Леонора, экономический или научный союз? Давай научный. Кинул. Хотя тут вулкан. Ладно, вернусь, тут постою лучше. Не убираю тропические леса, потому что это соседство для священного места. Наверное, из-за вышего я отправил ту, и тут, ну, наверное, разберутся все-таки. Валета, я думаю, разберется. А, тут ферма только. Блин, я думал, тут холм. Так, средневековые ярмарки надо
отложить пока. Университеты плюс две науки. Почитать, что ли, проектики? Ну, в смысле, исследовательские гранты на это дело. Вы что, таймер-то включите? Это варвары у нас тут. А, это галера, не страшно. Так. Вообще можно, конечно, уже Магнуса пересаживать. Хотя Пингало нормально. Я бы, наверное, вообще оставил пока Магнуса в столице. Я тут что-то вырубать сильно хочу. Вроде нет. Немец, я видел войну. Хорошо. Что? Хорошо, хорошо вижу. Мне, наверное, найму какую-нибудь Рейну в Янсан, чтоб клетки быстрее присоединялись. Так, апельсины. Я могу сделать предприятие. Наверное, в Кванджу я это буду делать. Сейчас глянем. Я просто не помню, что оно дает. Опять же, корпорации на цитрусовых военных юнитов. Ну, наверное, да, в Кванджу. Я так понимаю, вот торговцы к тебе ходят еще. Кто-кто? Его торговцы к тебе ходят. Угу, сейчас. Надо бы, так скажем. Нам через 6 ходов надо перезаключать связь. Давай подождем 6 ходов. Там как раз и спадет тяжелая каваль. Вот-вот. Так, ну надо нанимать. Последние 4 хода надо просто тратить веру на наем строителей.
Блин, тут, конечно, жалко тропические леса вырубать. Наверное, не буду. Тут важнее производство от священного места, чем дополнительное вот соседство для Савона. Так, сейчас посмотрим, сколько нам добавится. Но нам надо, этого ученого надо как-то забирать. Просто надо. Что-то было 89,6, но я думаю, где-то станет 100, 130, наверное, очков. Нидерланды уже не будут, наверное, читать, но я вот думаю, что... Рим читает, скорее всего. А, я даже прям начитал. Вообще зашибись. Я не думал, что так быстро будет. И вот в этой используем как раз. Так, гурдвары. Надо покупать, только сначала покупаем. Так, тут мы не строим, потому что у нас тут ромашка. Вот это можно, кстати, вырубить. Причем под Магнусом давайте. Вот так. Блин, а центр коммерции действительно можно было бы. Давайте вот сюда. Так, Мокшу в Чинджуна назначу, чтобы он влиял. Тут, наверное, пока ничего не меняем. Ну, следующим ходом выкуплю клетку, буду центр коммерции строить. Блин, а чё я не купил рабочего? Так, и тут центр коммерции, в Сеуле надо. Ага, в Сеуле-то негде. Придется вот тут, где я... Ну, то есть, тропические леса я не хочу вырубать, как вы понимаете. Что-то не то не могу ускорить. Ну, рынок-то я тут построю 5 ходов. Ладно, 4 торговых пути это намного позже будет. Так что их открываем. Так, пока стоим.
нету денег выкупать эту клетку. Германия. Сделка, пожалуйста. Рим, предложение. Спасибо. Да, блин, что-то не соображу. Так, мне вообще в теократию надо. Плюс 2 к жилью. С 3 районами. Ну, можно, с другой стороны, тут уже вот, например, появляется, там, где у меня сидят губеры, там-то жилье есть. Хотя надо переключиться на рост. Там Мастрихт захватывают. Не знаю, не могу я пока Кардифф. На Кардифф нападать. Прямо скажем. Рим, здравствуй. Да, привет. Добрый день, Рим. Так, 3 хода. Ну, давайте, наверное, часовню великого магистра. Она не здоровается. Пиздец. Так, один ход. Ну, мы в темном век 100%, как видите. Савон. Я не смущаешь, что Рим тебе на каравеллах прибыл? Там у него еще куча фрегатов. Так, напоминаю. Чисто ремайдер, да? Угу. На всякий случай. Если вы забыли, спойлеры. Не, ну у тебя же точно есть огромный флот. Так. У нас война в другом месте. Не, вообще в центре я бы... Так, нам надо... Ладно, давайте еще строителя. Да я понимаю, что. Тут гавань поставлю. Тут нам надо до 10 жителей вырастить и промышленную зону сделать. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.